Зачем? Ты хочешь петь пешком? Ну, а напротив. Я даже на сломанном ножище иду. Хорошо. Но не на сломанном, а на дно. Ты снимаешь, что ли, уже? Да, я снимаю. Это мне рабочую сторону. Ты же сказала, у тебя все рабочие. Что ты так прекрасна, что с какой стороны? Ты прекрасна, спору нет. Я на свете все. Ребят, скажите, пожалуйста, ведь вы тащились от нашего там демо с Еленой Петровной в те далекие молодые времена. Давайте голосовалочку устраиваем. Никого не было круче и лучше в паре вот этих двух легендарных бабулечек. Мы такими остаемся, это факт. Это факт. Мы самые прикольные. Вот люди смотрят, скажи. А что такого? Иди. Знаешь, сейчас же все пропагандируют вот эту любовь к себе, там, принятие, осознанность. Короче, мы с Ленкой клёвые, подтвердите. Ваши огоньки тому подтверждение. Эти джинсы прикольные. А шёлк 100% не офигенный. Чего? Ой, а вот эти снеки прикольные. Лен, ты цены видела? Что? Ну, что-то я... Так считаю... это шелк 100%. Да, конечно. Кто тебе его 100%? Со скидкой. Кто тебе его 100%? Шелк. Ну, ты гонишь? Да прекрати. Штаны за такие деньги, ты прикалываешься. Да, я говорю, рубашке не будет жарко. Да, это такая, знаешь, Валентин Семеновна из бухгалтерии. Не, а Лен, дай гляну. Я же любя, Лен. Видите, тебя прибьет в такую кофту. А, это XS. XS, как раз твой, Лен. Как раз мой.